тема. Да, еще сегодня с вами канал В Тренде, и сегодня для Лины подготовил больше фотографий рэперов, чем в прошлый раз. А также вы просили больше западных исполнителей, поэтому я добавил еще больше западных. Но мы не будем тянуть время и начинаем сразу. Как тебе вот этот вот классный, крутой, лысый пацан? Вот вы бы ему дали, чуваки. Вот честно, внешкой, ну по внешке же, ну не знаю, у него костюм классный, Тадик, мне нравится. Он, правда, в нем каждый день ходит, воняет, наверное. Хаски. Хаски, да, но это не собачка, это пацан. А тебе нравятся хаски вообще? Да, ну, сама порода собака. Вот хаски, там хаски, видите, хаски. Хасён, он тоже с языком, они так похожи. Да, нравится. Ну, больше да. А если бы он был собачкой? Ты ничего не сказала, дашь ты ему или нет, но... Да, обычно парень забрал. По собачьи. Да, по собачьи. Мне он симпатичен, но он слишком взрослый. Он тебе симпатичен. Симпатичен. И слишком взрослый. Да, кто смотрит «Сердца за любовь» Хованского Юлика, тот поймет, наверное. Он слишком взрослый. Эту фразу вы, наверное, поймете, потому что я покажу кого-то 40-летнего Лил Пипа, она скажет, блядь, он красавчик. Да нет. Ну, то есть, короче, хаски нет. Нет. Да, ну, из-за усиков, да, его? Да нет. Вот тут усики такие какие-то. Понятно, хаски взрослые, и мы идем дальше. Теперь тебе молодой Янг Яни. Он молодой. Почему молодой? Потому что Янг. Чистый пол, ведь вам мужчина, это тряпка. Симпатичный, харизматичный. Он армянин, да? Здесь да. Спасибо, Ром. Чисто все свои денежки мне дали, ребят. Спасибо вам огромное. Скрыто. Здесь да, сразу, да? Да. А за что? Вот ты говорила, типа, тебе косички не нравятся. Ну, ему идут. Ему идут косички. А если бы не было косичек? Спасибо, Лёха. У него красивые черты лица. Так он цыган. Он цыган, или он армянин? Тебе нравятся цыганы. Не, я ничего не имею против Яникса. Яникс классный, дружный пацан. Я люблю Яникса. Но он цыган. Тебе нравятся цыгане, значит. Зачем делить людей на цыган? Можно не делить. Ну, у него черты лица цыгане. Он не похож на цыгана. Похож. Не похож. Ладно, понятно. То есть Алине нравятся цыгане. Вот, и мы это запомним. И нет, не нравится. Цыгане нет, но не похож на цыгане. А вдруг он придет к тебе домой, и все цепи пропадут? Не пропадут. Ну нет. Теперь я знаю секрет, почему у Яникса так много цепей, и почему он на них постоянно читает, надел цепь на цепь на цепь. Вот откуда у него цепи. Он просто ворует их у девушек. Потому что, оказывается, девушкам он нравится, он приходит к ним домой и забирает все их цепи. Ну ладно, не будем затягивать, продолжаем дальше и... Мне не нравится, нет. Не нравится? Нет. Не нравится? Он какой-то альбинос. Типа не нравится. Ну, типа если. Ну, может быть, потому что он слишком желанный, типа, для всех. Что? Я шучу. Не, на самом деле, мне не нравится. Может быть, если бы был он моим другом, я была бы не против. Но нет. То есть ТФС нет? Ну, в смысле, если бы он был моим просто другом, я с ним общалась. Да, ТФС нет. ТФС нет. Окей. А ты, типа, друзьям надает или что? Идем дальше и... Как тебе легенда? Спасибо, Деликс. Он без усиков. Тут его начало имени обо всем говорит сразу. Я говорю, он без усиков симпатичнее. То есть да? Да. Икс, да. Твердое, да. Это все потому, что он черный. Потому что он темнокожий? А мне нравится, как у него так все. Потому что он темнокожий. Нет. Мне нравится, как аккуратненько сложены его черты лица. Губы. А как это понять? У Тефеста тоже были вроде бы аккуратненько сложены. Да. У Хаски, блядь, у него никакие неаккуратно сложенные черты лица. Ну, я не знаю, ну, как бы, у меня вроде бы с глазами все хорошо, но я не знаю. Так я Хаски сказала нет. А, да? Да. А, ну, ладно, хорошо. Сейчас, пацаны, значит, XXX. Очень приятно было с вами провести время, я очень сильно люблю, но бана мне уже не избежать, к сожалению. Это мой прощальный стрим. Мне очень жаль. Да я шучу, вообще дебила. Ну что, дебила, что ли? Я шучу. У, лохи забайтила! Лохи забайтила! Улыбочку! Это да. Это твердое, да. Но я даже не знаю, кто бы не дал бы Тентасьону. Мне кажется, любой, кто... Мальчик, например. Любой мальчик даже дал бы Тентасьону. Но, увы, он уже... Как тебе самый быстрый рэпер? Самый быстрый, потому что он флэш. Но не самый быстрый, конечно. Я его тоже нет. Я вообще никому не нравится. Да, я говорила в прошлом выпуске, кажется. Он похож на девочку, поэтому... Он похож на подростка. На подростка? Ну да, ничего плохого там нет. Да, на ребенка похож. Вот этот стиль. На ребенка похож. Корея. Слишком... Четкие линии прически напоминают мне женственность какую-то. Ну, он похож на девочку, да? Да.
А да, если да, бы он был бы не с каре? Ну, я если бы он был бы как в последнем клипе Лизера. Ты видела последний клип Лизера «Пачка сигарет»? О, да. Лизера очень круто. Там такой был, типа, брутальный такой. Он Лизер. Красивый сам. Он, кстати, вот да, вот там было хорошо. Вот Лизер там отлично. То есть там бы ты Лизеру бы сказала да? Да, но там нет таких вот четких линий. Ну, значит, Флэшу ты бы сказала да? Если бы у Флэша была такая прическа? Ну, я не знаю. Ну, в общем, мое сейчас нет. Русский Дрейк, как тебе? Нет, у него как-то глаза домиком. Глаза домиком? Домиком, да. Ну, точка высокая возле переносицы. Точка высокая возле переносицы? Ну, типа глаза вот так, ну, на этой фотке. Только на нашем канале. Я бы не дала ему, потому что у него глаза домиком, блядь. Кто эта дама? На канале мы сможем сделать глубокий разбор лица. Точка, высокая точка переносится. Если у вас брови домиком... Нет, короче, ну, глаза домиком, то он сосаться надо. Наверное. Вот внутренний угол глаз, он на высокой точке. Получается вот так. Ну, то есть Федук нет? Нет. Федук нет. Но губы Федук, красивые. Извини, но ты нет. Как тебе самый Ой, крутой фу. Рэпер, который просто всех подряд обсирает и говорит, что он самый классный, а все остальные ЧСВ. Это полное говно? ЧСВ плюс. Не, ну не знаю, ЧСВ или нет, но зато он самый трушный. Но мне не нравится, как раз таки, наверное, мне из-за нравится. Из-за вот этого вот наглого вида. Да, плюс, да, плюс. Мне он похож Хуй на наркомана, моё нет. Наркоманы тебе не нравятся? А если бы он не был бы наркоманом? Только ЗОЖ, нет. Ну посмотри, какой он ЗОЖ, ты посмотри, какой он показал бицуху. Он где? Бицушка. Нет бицухи-то. Есть там бицушка? Да нет ее. Бицушка, ля. Хорошо, идем дальше. Нет, 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 нет. Почему? Потому что его все желают. Нет. В смысле нет, в смысле нет. Это же Крид, это самый... Спасибо большое. Извините, пожалуйста, я вас люблю. Самый красивый, наверное, для девочек. Супер рэпер, супер молодая школа, супер свежая кровь, которого, блядь, я терпеть не могу. Мурашки пошли по коже, нет. То есть Крид нет? Норм? Нет. Норм, то есть, пацаны, не будьте похожи на Крида. Потому что потому что какой-то тупой пизде, вы не нравитесь, ля. Нет, он просто очень... Ты не говорила, что он похож на Гея? Ну, блин, в нем есть что-то такое, он слишком всегда причесан. У него постоянно все вот тут ровненько. Ухоженность — это хорошо. Постоянно вот это вот складывается впечатление, что с ним что-то не так. Он похож на гея. Хорошо, да, он похож на гея. Поэтому нет. Да, поэтому нет. Все, Крид, не будь похожим на гея, и слишком. Ты будешь ровным пацаном, классным пацаном. Все как-то гладко, а мягко. А тебе песня его нравится? Нет. Нет. Все, все понятно. Нет песням, нет Криду. И мы включаем того, кто берет чужих бу, и потом он их бубу. Как тебе Big Baby Tape? Big Baby Tape, ты знаешь, что он взорвал просто Genius, он взорвал iTunes, он взорвал Контакт, он взорвал все просто своей песней. Своей песней, вот. Ну, я не нашел фотку без очков и без шляпы. А не вышел фотку без шляпы? Просто фоток. Непонятно вообще, как бы. Ну вот так вот бы дала, вот так бы в очках и шляпе. Вот так вот подходит ко мне молодой человек, говорит, крошка, затусим? Ну нет, я не вижу, я не вижу, да, его как бы. Ты не видишь его? Не, ну я его вижу, но не вижу, да. То есть Big Baby Tape. Эту фразу можно написать в комментарии. Я его вижу, но не вижу, понял. Как любители понаписывать что-нибудь. Короче, Big Baby Tape точно нет. Хорошо, мы идем дальше, и следующий у нас Гарри Поттер. А, да, ладно, это не Гарри Поттер, это Бульвар Депо. Просто у него нету больше нормальных фоток. У него все фотки либо в капюшоне, либо в очках, либо он боком очень где-то красивый. Скоком, прискоком на концерте. Но очень вот красивый. Я нашел одну фоточку. Я понимаю, собачке бы ты, наверное, дала. Как тебе Бульвар Депо? Симпатичный. Красавчик, да? Ну, из-за того, что ты скажешь, что он похож на Гарри, он Гарри Поттер греет мне душу и сердце. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, да. Милый, да? Да. Бульвар Депо милый. Да, может, потому что у меня ассоциация такая добрая. Но он же не пользуется популярностью среди девочек вообще. То есть... Да, разве? Я не знаю, пользуется он среди девочек популярностью или нет. Но короче, он да. Симпатичен, да. Странно, красиво. Пацаны, будьте похожи на Гарри Поттеров, и вам будут давать бабы. Вот какой вывод я для себя сделал. Ну или только это тупая. Главное, будь собой, и все. Будьте собой, будьте похожи на Гарри Поттера, и все будет хорошо. И делайте просто магию. Доставайте свою палочку и... Ладно.
правильно? То есть Бульвар Депо, да? Да. Да, Бульвар Депо, красавчик Бульвар Депо, люблю Бульвар Депо, поэтому я даже рад, что ты ему дала. Ой, дала бы. Короче, ладно. Переходим дальше, и это у нас Rockstar. Спасибо большое, Бром. Взрослый пирожок. Взрослый пирожок. Это что? Взрослый пирожок. Вот даже сама говорила, тебе нравится брутальный, вот у него борода. Ну, он не брутальный, он какой-то пирожочный. Длинные волосы. Щечки такие розовые. Щечки розовые. Сама брутальность. Да, сама брутальность, серьезно. Нет. На Rockstar. Спасибо за сап, Фоксич. Мог тебя в пизду. Спасибо, Бром, спасибо. Понимаю, сейчас, конечно, все скажут, он же классный, у него творчество супер-пупер, но мы же оцениваем по внешности, правильно? Поэтому правильно, травяная. А с ним бы секс нам сделала? Ну кто? Нет, он тоже очень взрослый. И тоже пирожок. Я думаю, что если ему покрасить волосы в темный и завязать вот так вот гулечку сверху, ну, как у Rockstar, он бы был похож. Реально, был бы похож. Кстати, реально был похож, да. Очень похож. Томас Мразь нравится. Два пирожка. Понятно, из-за того, что он просто толстый. Он не толстый, просто он пирожок. Просто если бы лег на кровать, то она бы проломилась. Он... Нет, неправда, если... ну зачем ты обижаешь? Ну так это наигранное, хуй знает. Я не обижаю, я люблю Томаса Мразь на самом деле. Ну все. Просто если его запустить в космос, то вокруг него начнут крутиться планеты. Ну ладно, хорошо. Томас Мразь, он красавчик на самом деле. И мы переходим к американскому федуку. Это американский фундук. Да, это Дрейк. Ну, ему можно сказать да. Да, конечно, да, потому что чернокожий. Да, ну нет. Это все понятно. Потому что у него глазки, блядь, не домиком. Ладно, просто чернокожие тебе нужны. Мне не нужны чернокожие. Да врет. А если бы у него был 10 сантиметров? Блин, какая разница? Мы же не по размеру это все определяем, а по лицу. Интересно, я мама видела эти видосы? Я думаю, что нет. Так не ты важно. Сказала да. Ну, в смысле, не важно, сколько там, ну. Короче, Дрейк, да. Да. Почему? Нужно объяснять, по-моему, он очень крутой. Нужно объяснять. Просто мне он выглядит как Фиду, я ты не сказала. Нет, он не выглядит. Он похож на Скуби-Ду. Вот я когда вижу, у меня ассоциация с Скуби-Ду. Чем он лучше Федука внешне, я вообще не понимаю. Реально полная Скуби-Ду. Федук, я просто я думаю, что у него тоже все хорошенечко вот так вот, все. Удачно. А я видел фотку ВКонтакте, ну там, где он брал, что брал в рот плохие вещи. Я думаю, это неправда. Ну там прям фотка была. Ну ладно. Блин, ну может быть это постанова какая-нибудь. Спасибо, бро. Бро. Он может быть как Егор Крид. Да нет, это точно не Егор. У него тоже как у Егора Крида, все ровненько, все. Да, ты это говорила, правда. Тебе такое не нравится. У него не все ровненько, ну как бы да, ладно, все ровненько. Да. Дрейк, да. ЛДЖ нет. ЛДЖ нет? Нет, вообще нет. Фотстой. Мне не нравится его образ. А если бы у него не было Ивлеевой? Да при чем ты Ивлеева? Говорю, мне не нравится его образ. Мое нет. Тоже мне не нравится. То есть нет. Может, фанаты будут довольны, потому что называют ЛДЖ петухом. Но, а почему? Почему? Ну, вроде бы, наоборот, по нему все тащатся. Не знаю, мне почему-то он нравится. Хотя альбом у него хороший последний, но мы же не за альбом ему дадим, правильно? Поэтому нет. Мне не нравится его нос. Нос. Слишком широкие брови. Как-то вот. И вот этот петушочек. Какой? Зачем он петушочек? Там? Петушочек на голове. Но у него сейчас другая прическа. Гребешочек. Нету нормальной фотки. Там не видно даже петушка. Но все равно она, я уверена, чего приблизительно такая же. Он же не на лысо. А глаза тебе нравятся такие? Ты бы дала бы, допустим, Дрейку бы с такими глазами? Нет. Нет? Да, глаза разные. И напоследок у нас последний классный... Это Трэвис Скотт? Трэвис Скотт. У него есть коллежен. Самый классный рэпер, потому что он делает просто крутую музыку и крутое шоу на концертах. Не знаю, почему в России он не такой популярный, но Трэвис Скотт, как тебе вообще? Я смотрю на его губы постоянно. Они у него очень пышные. Губы очень крутые, губы у него. То есть тебе нравятся пышные губы? Вообще да, это симпатично, красиво. Уточка. Но... Мужчин как-то по-другому смотрится. Ну ладно, да, я шучу, да, он конечно, очень Трэвис Скотт, он классный. Красиво очень, очень красиво. Потому что он чернокожий. И у него, кстати, похожа прическа, как у Яникса. Заметьте. Да, вот, ну, прям вот так вот. Серьезно? Да, так же все. Ай-яй. Да. Да, действительно. Херово, что Яникс у него все как бы сплагиатил, но да, у него похоже на Яникса.
Не у Яникса, похоже. Да, сейчас все на друг друга похожи. Не буду это комментировать. Ну да, да. На самом деле, да, Трэвис Скотт это... То есть Яникс много чего взял у Трэвиса Скотта. Спасибо, брат. Разных приколов. Но... И мы ему скажем да. Точнее, я. Трэвису Скотту да. Да. Мы не да. скажем, его не сказали. Ну я не за тебя говорю, я говорю за себя. То есть, понятно все. То есть все чернокожие, которые были в выпуске, то есть все да. Трэвис Скотт да. Давайте соберем две... Нет, давайте соберем 3000 лайков. Дорогой мой, я не дура быть такой.